вашего бога! Братья! Атакуйте колдуна! Я возьму. Прикройте, я заряжаюсь. Смотрите, жрецы ухаживают за могилами даже в разгаре побоища. Похвальная преданность. Мы должны спешить. Каждая секунда нашего промедления оплачена кровью братьев. Они должны быть по ту сторону этой двери. Наше гордое знамя втоптано в грязь, будто тряпка. Брат, какие будут приказы? Примем бой. Братья, соберитесь вокруг знамени! Победа или смерть? Да. Победа или смерть? Если мы умрем, то умрем, свершив поспешнее!
словно нет конца. Есть! И мы его непременно отыщем! Получил твое сообщение. Докладывай. Похоже, источник их силы — центральный обелиск. Его защищает силовое поле. Какие предложения? Мы обстреливали щит из всего, что только можно. Безрезультатно. Милорд! Есть одна мысль. В катакомбах Люс сказал, нужен лишь поворот полярности. И затем повернул что-то. Объект. И что? Он был копией этого обелиска. Ты хочешь повернуть это? Объясни. У Авроры может быть слабое место. Может. Магистр, нам нельзя здесь оставаться. Лейтенант, поддерживаешь план сержанта Гадриэля? Конечно. Капитан Акеран, собирай свою роту. Есть, магистр. Братья, еретики почуяли вкус победы. Но мы лишим их этого удовольствия, как лишаем уже 10 тысяч лет. Потому что мы, сыны Ультрамара, слуги Императора и стражи Империума. Пусть эти отбросы ощутят ярость нашего древнего возмездия! Милорд, наш авангард выходит на поле боя. Устройте им бойню, капитан! Так точно. Всем бойцам! Огонь! Ожидайте. Вот оно. А если ты умрешь? Вариантов нет. Сколько еще?
Три. Кого ты пошлешь? Веридиан и Таласа. Последним займемся мы. Я их вызову. Объяснишь им все по воксу. Есть, капитан. Веридиан, Таласа, вы получили новые приказы от Экирана? Так точно, брат. Двигаемся к точке Альфа. Таласа продвигается к точке Бета. Вам нужно будет повернуть миниатюрную копию обелиска. Предупреждаю, это будет больно. Главное, чтобы гнусных предателей было еще больнее. Боль укрепляет веру. Я выдержу ее с радостью. Удачи, братья! С этим я их уничтожу. Терминатор! Нашел боеприпасы. Пора за работу. Громадный демон третирует наши войска. Что именно мы пытаемся сделать с обелисками? Аврора создает в Эматериуме разлом, своего рода врата. А эти маленькие обелиски — ключи от врат варпа. Повернем ключи и закроем ворота на замок. Именно. Через эту дверь, братья. Идем. Два. Таласа, доклад. Это Страбан. Дело сделано. Благослови тебя, император Страбан. Я лишь проводник его божественной воли. Можете вернуться к основным силам. Нанесите еретикам сокрушительный удар. Конец связи. Thank you.
снаряжение. Правда может сработать, Гадриэль. Любая идея – ничто без тех, кто воплотит ее в жизнь. Похоже, мой слух пострадал. Не мог же ты и правда проявить смирение. Бомба активна! Отправляйся обратно в бар!
лестнице. Существо создано, чтобы страдать. Да будет так. Тит, Дэнси добрался до панели управления обелиском. Трон, кажется, это та еще пытка, но он держится. Перидиан, как там Дэнси? Жуткая головная боль. Но от вида страданий этого чудища сразу стало полегче. Это точно. Просим разрешения вернуться на передовую. Разрешаю. Спасибо, братья. Да не оставит вас император. Конец связи. Еще один. Собираю припасы. Слышите? Замечательно. Нет.
Есть, милорд. Где лорд Калгар? Это ловушка. Возможно. Мы в Иматериуме? Если так, медлить нам нельзя. Что дальше? Нужно найти Калгара. Воля изменяющего пути неотвратима. Даже сейчас мы идем древними тропами, проложенными задолго до того, как на свет явился первый из смертных. Идите же ко мне, братья, и исполните свой последний долг.
наши братья. Я их слышу. Не доверяй своим чувствам. Он развернет! Убить его! Капитан, я... Живо! Дешевые трюки. Лорд Калгар бросил тебя гнить в карауле смерти на целый век, брат Тит. Трус! Хватит прятаться за иллюзиями! Пусть ненависть станет вашим щитом, братья. Я чую страх. Это я возьму. В твой череп! Заткнем еретика. Последний танец, а потом нити оборвутся. Океан душ зовет. Вскоре ты встанешь на мою сторону, мальчишка. Я выпотрошу тебя, словно гроз. Thank you.
Заряжаю оружие! Ха-ха-ха-ха-ха-ха!
окружены! Убьем как можно больше врагов, братья! Это лишь имитация. Новые фокусы. Будьте начеку. И Мурах слабеет. В последней схватке он выдохся. Держитесь рядом. Надо найти выход. Вижу прислужников врага. Что это? Какая-то энергия? Возможно, это ловушка. Будьте начеку. Что я сказал тебе на Теласаре? Повтори! Милорд? Говори, иначе я убью тебя как самозванца! Правила не должны становиться клеткой для интеллекта! Это ты, Тит. Рад тебя видеть. Его колдовская сила пошатнулась! Он уязвим! Смотрите, как его царство слабеет вместе с ним! У него осталось лишь одно укрытие. Выкурим еретика оттуда! Вон он! Прямо в потоке! Он готовит очередную атаку! Артефакт там! Должен быть там! В этом острове заключена почти бесконечная сила! А что за него спешить, братья? Битва окончена. Ты справился. Брат!
Вставай, Тит. Твой долг еще не исполнен. Императора! За императора! Лейтенант Димитрий Тит, твои решительные действия спасли эту систему. И я с гордостью вручаю награду, достойную подобного подвига. Лавровый венок. Пусть каждый воин-адептус Астартес видит, что перед ним образцовый сын Джилимана. Во славу Ультрамара! Отвара и честь! Рота, вольно! Прости, что твое возвращение домой затянулось. Милорд, это... Я разгневался, когда узнал о твоем аресте. В своем высокомерии Инквизиция не сумела понять истину. Никакому злу не сломить преданности, подобной твоей. Спасибо, милорд. Есть миссия. На время тебе придется покинуть вторую роту. Как прикажете, магистр. Брат Капеллан все объяснит. Это он предложил тебя. Милорд, меч Калта готов к вылету. Спасибо, капитан. Мой корабль доставит тебя. Буду рад твоему обществу. Тит, это была честь для меня. И для меня, мой капитан. Слышал, ты нас покидаешь. Ненадолго, надеюсь. Храни тебя, император. И вас, сэр. Братья, меня ждет новая миссия. Тебя будет не хватать. Я не забуду кровь, пролитую вместе. И мы тоже. Я у вас в долгу. Вы возродили мою веру в братство. Мы будем ждать тебя. Отвага и честь. Отвага и честь. Честь. Тит, лорд Калгар сообщил о твоем задании. Хорошо. Детали расскажу в пути. Ты летишь с нами? Да. Принято, милорд. Ты хорошо поработал. Заслужил доверие своих братьев и магистра ордена. Но знай, Тит, тень подозрения не пропадет бесследно.
Я буду за тобой следить. Если ты хоть на миг сойдешь с истинного пути, я не проявлю пощады. Леандрос. Милорд, пора.